Москве. Есть гостиница на улице Уланской, 3 звезды, порядка 62 номеров. Хозяин ООО «Спектр Н». Они являются собственником этого здания. Я у «Спектр Н», ООО «Уланская», арендовал эту гостиницу. Договор был на сколько лет? На 11 месяцев пролонгации. В общем, договор аренды был до лета. Так что случилось? Пришел судебный пристав, принес предписание выселения меня с гостиницы. Там «Спектр Н» и «Форвард Финанс», две компании, между собой у них спор. Гостиница была у этих двух компаний когда-то в совместном... Нет, сначала было у «Форвард Финанс», потом у «Спектр Н». Ну, поспорили, короче. Да, они спорят уже 4 года, там идут какие-то судебные процессы. А при чем здесь арендатор? Не знаю, вот пришел... Вы же по закону все сделали, ваша фирма? Да, конечно. Приходит судебный пристав. С предписанием о выселении. Ты когда-нибудь слышал, если владельцы, допустим, гостиницы, вдруг спорят между собой, через суды спорят, кто настоящий владелец? Спорят владельцы, а из здания гостиницы, из-за которого спор, внимание, выкидывают тех людей, постояльцев, которые живут в номерах. Командировочные, просто гости Москвы приехали, заплатили за номер за несколько дней, как правило, вперед. А из-за спора владельцев приходит судебный пристав, и 100 человек, постояльцев, оказываются мгновенно на улице. Это все, что вы придете в магазин, вы уже купили молоко. Отбирают. И говорят, нельзя было покупать молоко. Ты его уже купил, Максим, ты уже заехал. У нас в Москве, благодаря действиям одного человека, судебного пристава, который почему-то, я мягко говорю, я не говорю слово «сдуру», обрати внимание, главный судебный пристав страны нам должен объяснить действия своего подчиненного в этом случае. Больше 100 человек постояльцев гостиницы, на ночь глядя, были выкинуты. Центральный округ Москвы на улицу. Суд не решил прекратить наш договор аренды. К нам никаких претензий нет. Понимаю. Мы никому ничего не должны. Работаем и работаем. Мы сидим на законном основании. У собственника взяли в аренду помещение. Приходит судебный пристав и выгоняет нас. Говорит, что договор аренды недействителен. Это он решил. Это не суд решил. Не суд решил, а решил судебный как пристав. Как фамилия судебного пристава? Маркосян. Из управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москвы. Ходил по номерам, просто всех выгнал на улицу. Всех постояльцев, всех которые на законных основаниях, да, с паспортами, да, въехали, сняли номера тоже на улицу. Там договор у нас был со всеми жильцами. Мы написали судебному приставу жалобу, но пока ответа нет.